Парламент Армении отменил военное положение, которое было введено в стране в конце сентября прошлого года из-за боевых действий в Нагорном Карабахе. Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина Республики в среду 24 марта. За проект, предложенный оппозиционными фракциями «Процветающая Армения» и «Просвещенная Армения», проголосовали 118 депутатов, один воздержался и еще один высказался против. Увидев такую консолидированную позицию, спикер парламента не скрыл своего удивления. «Пути Господни неисповедимы», — сказал Арарат Мирзоян в шутку. Накануне соавтор проекта, глава фракции «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян заявил, что война закончилась, наступил мир, режим военного положения исчерпал себя в политическом плане. «Сейчас реальность иная. Есть договоренность о проведении внеочередных парламентских выборов, а наличие военного положения ограничивает права оппозиции и демократию в стране», — сказал Марукян. Ранее премьер-министр Никол Пашинян после консультации с парламентскими силами объявил о проведении внеочередных выборов парламента Армении 20 июня этого года.